Накануне Дня города и округа депутат Владислав Рымша встретился со старшими по домам своего избирательного округа, чтобы поздравить с праздником и поблагодарить за продуктивную и слаженную работу по улучшению качества жизни людей. Создание советов домов было одной из приоритетных задач предвыборной кампании народного избранника. На участке Владислава Рымши более 20 многоэтажек. На сегодняшний день в 10 из них удалось организовать институт старших. На встречах с жителями мы неоднократно просили, чтобы жители дома выбрали себе старшего по дому для решения тех или иных вопросов. На самом деле ситуация со старшими по домам для меня лично, это мои помощники, по сути, получается, потому что без них вряд ли бы получилось решить много разных вопросов, в том числе и по благоустройству территории, и текущего ремонта домов, ну и строительства детских площадок. Жители отмечают, с появлением советов домов взаимодействие с властью действительно улучшилось. Старшими, как правило, выбирают старожил, людей активных и коммуникабельных. На их плечах большая ответственность. И от того, с каким депутатом приходится находиться в непосредственном контакте, зависит результат. Работой Владислава Рымши люди довольны. Он очень отзывчивый. Мы, как и все вопросы, мы решаем с ним, ну, то есть на 100%. Если мы с чем-то касаемся, мы всегда он к нам относится с пониманием. Вопросы какие-нибудь решать, мы звоним, он откликается, не отворачивается от нас. Ну, побольше таких будет, конечно, депутатов. Мы очень довольны его работой. Награждение старших по домам депутат провел впервые. В будущем надеется сделать такие встречи традицией и каждый год отмечать своих лучших помощников.